с магазина Tiny Deal пришли вот такие вот дневные ходовые огни. Это вот один из вариантов их или версий. Давайте посмотрим, что это такое, поближе немножко познакомимся. Здесь вот на картинке видно, да, что есть 8 на 8 сантиметров, 11, 14 и до 17 сантиметров. Вот такие вот пластины длиной до 17 сантиметров. То есть вот эта вот пластиночка длиной 11 сантиметров на 4 вот таких крупных светодиода. Давайте откроем, посмотрим. Они очень просто все сделаны. Вот обыкновенные две вот таких металлические, алюминиевые. Одна пластина и вторая. Вот две пластины. К ним идут вот такие вот липучки. Вырезаем, отрезаем по уровню, по длине этой пластины. И можно где-то приклеить. Держится достаточно крепко. Воды не боится. Все здесь герметично сделано. К тому же производитель дает практически, что вот данная конструкция, видите, как она здесь запаяна или как вот здесь сделана, что она туда вода не попадает. Поэтому сейчас я просто хочу посмотреть, насколько это яркие огни, потому что, еще раз говорю, производитель и продавец пишут, что очень яркое освещение, достаточно ярко, то есть видать, конечно, машина будет далеко. Все мы понимаем, что это, конечно, колхоз, это не государственные ходовые огни, где сделаны красиво, аккуратно, да, к каждой машине. Но за неимением вообще никаких огней можно обойтись вот этим вот вариантом за 400 рублей, сделать ходовые огни, чем, допустим, жечь ксенон и биксенон и так далее. То есть вот это один из вариантов. Вот такой. Ну, сейчас мы посмотрим, насколько ярко они горят. Если здесь я смотрю, что конструкция не очень прочная, вот такая вот, даже можно сказать, хиленькая, да, вот просто проводочки, вот так вот он торчит, этот кабель. Вот здесь можно, конечно, залить герметиком, чтобы вообще сюда влага не попадала. Итак, у меня вот такое вот устройство я сделал простенькое для проверки. Ну, вот, пожалуйста, видно, да? Вот такое вот свечение. Такое вот свечение дает эта полоска. Достаточно, видите, да, достаточно ярко. Вот это, конечно, она будет, если подключите на машину от аккумулятора, она будет гореть достаточно ярко, вы сами видите. Я не знаю, передает ли видеокамера. Но я вам говорю, что вот очень яркое освещение. Вот на максимуме, сделано на максимуме. То есть освещает очень хорошо. И будет видно, конечно, достаточно далеко это освещение. Итак, одна у нас работает. Сейчас смотрим, работает ли вторая полоска. Да, вторая полосочка тоже работает. Видно. Вот, пожалуйста, делаю на максимум яркость. Все горит, функционирует. Вот, так что, если кого-то интересуют вот эти ходовые огни, в данном случае вот эта версия, можно купить, приобрести ее в магазине Tiny Deal. Вот этот магазинчик. Я дам ссылочку в этот магазин. Пройдете, посмотрите. Еще раз говорю, вариантов очень много. Есть вот на 4 светодиода полоска, на 5 и на 6. То есть разная длина от 9 сантиметров до 17 сантиметров. Стоит, видите, стоимость ее на сегодняшний день, она вот стоит 8 долларов. На сегодняшний день 393 рубля. Вот, ну, все зависит от доллара. Доллар с каждым днем меняется, поэтому смотрите за курсом и смотрите за ценой на этот товар.